В данном случае управляющая организация «Сервис-центр СОЖ» не имеет отношения к капитальному ремонту и денежным средствам по данной услуге. И обвинение гражданки Юн Виктории в адрес управляющей организации о выводе каких-то миллионов со счета дома является безосновательной и бессовестной ложью. Прежде чем давать интервью средствам массовой информации, необходимо было изучить вопрос и разобраться во всех нюансах.